В лагере Лесной стартовала лагерная смена для детей участников СВО Академия Детства 2.0. Пока наши земляки, настоящие герои, доблестно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, они должны быть уверены, что об их родных, в частности детях, есть, кому позаботиться. С этой целью в республике специально для 100 детей бойцов стартовала особенная... Лагерная смена. Впереди ребят ждут незабываемые три недели, обширная досуговая и развлекательная программа, экскурсии по достопримечательностям республики, мастер-классы на абсолютно разные темы, тренинги личностного роста, индивидуальная, групповая, развивающая и коррекционная работа. Занятия по навыкам коммуникации, встречи с выдающимися людьми Карачаева-Черкесии, музыкальные и творческие вечера и многое другое. Важно, что помимо вожатых и педагогов-наставников, с детьми будут работать опытные психологи и социальные работники.